Распаковали панельку 63 ватта. Сейчас тут идет к ней специальная штука, это заряжать аккумулятор. Мы сейчас хотим тестером проверить, будет ли она заряжать вот этот аккумулятор. Что, я думаю, сейчас очень актуально. Вот сейчас смотрите. Подключили в разъемчик. Дальше. Ну, давай, плюс-минус. Так, вот, смотрим плюс-минус. Так, у нас показывает 10.59. Подключаем клеммы. Оп! Так, Жек, расскажи, что это сейчас происходит? Ну, зарядка ID маленькая. Маленькая зарядка, ну, просто... Сейчас и солнца нет. Солнце у нас, ну, так себе. Ждем солнце. Вот, вот, вот. Пусть полежит, это от 63 ватт получается $234. Можно еще чуть мощнее панельку покупать. Поэтому думайте, кому... Ну, то есть, я думаю, пригодится вообще всем. На рыбалку поехал, взял, разложил. Она комфортная, маленькая. Пишите, ребят, пожалуйста, в Инстаграм сразу же. В Инстаграм или в Телеграм, в шапке профиля есть там все. Пишите, в комментариях не надо, и там я все раскладки, все вам дам.